Пошли скорее. Скорее иди, Буска. Буска, ко мне, иди скорее. Ко мне, Буска. Иди, Буска, Буска. Буска, пошли скорее ко мне, Буска. Иди скорее, но. Иди скорее, вот я тебе дам поим здесь. Ну-ка, давай. Ой, скорее, что хорошее. Ну-ка, давай. Давай. Надо же, не с места. Что скажи, понимает как, а? Ну, давай тогда и полезь. Все время она, как интересно, слазит, а тут ни под каким видом. Давай, мне оттуда не снять ее. Прятаться пошла. Буска. А, наша быстрая буска. Все, зацепили. Не захотела сама слазить. Ах, хитрюшка. Ах, давай ее мне. Давай, слазь. Вот она где. Сейчас давай я подержу ее, или как там? Ну давай, обувайся. Ты... Ладно, потом я ей отдам. Меня подержи-ка как-то здесь, чтобы у меня обуся. Покажи пока что-нибудь вокруг. Сейчас я ее... Ой, Буска моя, Буска. И главное, кошек двух отправили на крышу, сейчас тепло. А там у меня зерно для голубей. Голубятня же у меня. Ну и все. Пошли. Вот, понесли. О, Володенька у меня тут все делает. О, солнышко. Вот оно как. Ну-ка. Открывай туда, запускай, допускай ее. Вот так, закрывай. Все, вечером никак не выходит. А я днем несколько раз туда залажу. Кормлю ее рыбой, чтобы она подходила. А потом вечером Володина не дается, а мне дается. И вон там я положил на окне рыбу. Гляжу, воробьи уже растаскивают. Вон. Собачка моя пришла, я кормлю ее. Но мне запретили тут кормить. Сейчас пойду кормить далеко, метров за 300. На. Все, пошел я. Кормить. Тебе уже уходить надо? Да. Ну, до дома доходи, и все. Я пошел. Сейчас. Можешь посмотреть даже. Так, я пойду его прикрыть. Я сейчас с ним пойду туда, где там контора. Далеко там угольный склад. Даже туда ходил вчера, кормил там собак. Здесь мне запретили кормить. Вот беда-то какая для меня. Ну, пошел я. А почему? Потому что им есть еще негде. А там брошенные собаки, нищи. Они такие добрые, кормят. Ну, смотри еще. Я стану сколько. Сегодня у нас 11, наверное, апреля. Выше моего роста еще бугор лежит. Это с крыши снег скидывали. Вот она пришла. Это старая собака. Сука. Ну, чья она неизвестна. Кучерявая такая. Я пришел к ней. Но кормить ее нельзя тут. Сейчас мы пойдем с ней. Пошли со мной. Пойдем.
хорошая моя собачка. Ну-ка давай, никто не тронет тебя, давай, давай. Она тебя опасается. Я ушел подальше, держи. Пошли скорее, держи. Держи, скорее. Она старая уже, ну держи, держи. Хорошее мясо. Но, бери скорее. Держи скорее. Ну, хорошая моя собачка. Вот так. Вот она как у меня ест. У меня ее тут кормили. Ну чего? Она оторвала двойной кусок. А те собаки я ходил кормить. Вон где крыша белая и машины стоят. Вон по коридору туда. Угольный склад. Ну там эти собаки основные. Я взял с собой вчера ведро. Долго думал, как звук-то издавать, приучить. Ну и взял там это что-то у меня, забыл я такая, кажется, кастрюля или что. Она звук такой издает. Ну, вот она перебирает. И молоток взял. Ну и давай стучать. А когда их начал кормить, опять этот звук. Чтобы они на другой звук. Тут-то я щеколдой стучал. А сегодня мне тут запретили. Запретили, потому что они стали ходить вовнутрь, и собаки перелазить, и не уходить ночевать. А у нас люди посторонние. Я-то думал, это наоборот хорошо, что охранять будут. Ночью-то у нас охрана. А оказывается, нет. Ну, проголосовали, меня оттуда выдвинули. А у меня, видишь, сколько это галя приносит. Я его вчера нарубил кусками. В холодильнике держу. Мясо настоящее. Вон оно, сколько. Но этих нет нигде. Если сейчас щеколды бы постучал, они бы прибежали. Ну вот она доедает. Вот ну а иди ко мне скорее. Давай. Видно, что собачка была хорошая, а теперь старая. Вот это у нас дальше. Вот посмотри, что. Это стоят краны портальные. Заходят здесь катера. Вот какой краны. Видишь, большие. Это разгрузка угля. Вот, пришла на конвейер. Ну, давай, держи. Давай. Вот так. Очень пугливая, видно, ее били где-то. Вот она питается. А тебе это надо, спрашивают? Ну, мне не надо, я мясо не ем. Мне это надо. Одно удовольствие собачку покормить. Она старая. Вот так. Видишь, сколько людей здесь ходит. Ну, вот какое мясо. Давай скорее. Сейчас она дожует, смотри, как она мне. Ну, тут недалеко. А вчера я ушел, вот где мужчина идет, так за ним там машины, видать. Я оттуда собак этих вызвал, они бросились ко мне, у которых постоянно кормят. А я их кормил и время от времени издавал такой звук, молотком бил. У меня специальное ведро есть, а в ведре поставил там еще такой звучащий предмет. Выше всего это было рукомойник, но я не нашел. Иди сюда, ко мне. Да вот она хорошенькая собачка. Она долго не брала, не подходила, боялась. Сейчас стала подходить. Вот сейчас я ее покормлю. Все, собак много. А на нашей улице больше нету, там где-то еще есть. И они никого не трогают, собаки эти. Держать мне негде, я раньше собак держал. Видишь, она даже ест, и хвост под себя поджат, и видно, где хвост. И она легла под воротами и ждет. А если не дадите, ну там дальше, там вываливают. Там разный хлеб, там что, борщ. Можно там что-то взять было бы. Вот она прицепила, она положила там что-то. Вот видишь, насколько ниже здесь. Чтобы нас потоп достал, здесь надо подняться, наверное, ну, не 2 метра. Вода-то вон где ниже нас. Сколько она ниже? Ну, сколько? Да явно дело, что там далеко. Вон уголь там, где показан. Смотри, корабли-то насколько ниже нас стоят. А это железная дорога. Yeah.
это жертва кладут. Из-за чего? У вас организация такая-то, ну, ветеринарная такая-то компания. А это наша колонка, воду берем. Прошел разговор тут идет. И вот мы загородили, потому что они стали машины ставить на нашу усадьбу. А когда мы на огороде убирали потеряевки, пришло известие, что колонка с той стороны была, убрали. Вот тут я и застанавливался. Если действительно не будет где воды брать, это нам хана. Кому-то надо знакомиться, заходить. Доброе утро. Доброе утро. Я уже подумал, и как идти, по каким инстанциям. Как без воды? Как? Это вот выше она прогибается, надо поближе туда. И вплотную, вот так. Вплотную, чтобы петля подошла. О! Надо сделать, Игнатий. А что? Ну сломалась поперечина. Сломалась. Да. Ну как-то поставить надо. Я сделаю сейчас. Сделаю. Ну все тогда на этом. Сделаешь тогда. Во славу Божию. Давай.